Учитывая эту сложную ситуацию, у нас в крае с 30 числа вводится QR-код для посещения различных общественных предприятий. Это с 30 числа QR-код, который подтверждает наличие вакцинации. Это QR-код, который подтверждает заболевание, которое прошло не менее 6 месяцев, в торгово-развлекательные центры. И эти мероприятия, с учетом распространения дальнейшей инфекции, будут продлены не только на выходные праздничные дни, но и на более продолжительное время с учетом распространения коронавирусной инфекции до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Прорабатывается ситуация, которая будет складываться из того, что допуск граждан будет при наличии QR-кодов не только в торгово-развлекательные центры, но и на гостиничный бизнес, при заселении в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты. Это и в организации общественного питания, кроме тех, кто работает на вынос, доставку, и буфеты и столовые, которые непосредственно находятся на предприятиях для питания работающих жителей, граждан нашего города и края. Кроме того, это конгрессное и выставочное мероприятие, это посещение объектов спорта, ну, включая и крытые спортивные сооружения, бассейны, фитнес-центры, фитнес-залы, спортивные залы для занятий населения физической культурой и спортом. А также это салоны красоты, косметические салоны, массажные салоны, ну, за исключением тех, кто относится к медицинским учреждениям и оказывают медицинские услуги. Это и СПА, так сказать, салоны парикмахерские.